Как выбрать бензотриммер? Бензиновый триммер является незаменимой вещью для ухода за труднодоступными участками территории, которые не может обработать газонокосилка. Преимуществами бензотриммера выступают автономность его работы и универсальность. Так, на какие характеристики данного агрегата нужно ориентироваться, чтобы выбрать качественное устройство? Внутренние характеристики. Чаще всего бензотриммеры работают на двухтактных бензиновых двигателях внутреннего сгорания, которым для работы требуется бензин, смешанный с минеральным или синтетическим маслом. Двухтактные двигатели нуждаются в правильном соотношении пропорций бензина и масла, поэтому перед использованием важно внимательно изучить инструкцию к своей модели бензотриммера. Более удобными и бесшумными моделями являются триммеры с четырехтактными двигателями, в которых бензин и масло разливаются в отдельные емкости, смешиваясь внутри агрегата. Для участков с грубой растительностью нужно выбирать мощный бензиновый триммер, мощность которого позволит использовать его в качестве сучкореза, культиватора и даже снегоуборщика. Существует два вида привода, которые вращают режущий элемент бензотриммера – стальной тросик и прямой вал с редуктором. Желательно выбрать агрегат с прямым валом, поскольку он надежнее тросика в отношении механической прочности. Внешние характеристики. Поскольку бензотриммером нужно работать довольно продолжительное время, требует отдать предпочтение более легкому агрегату. При этом нужно помнить, что после заправки топливного бачка вес триммера увеличится на 0,5-1,5 кг. Для удобства работы желательно выбрать агрегат с Т-образной ручкой, которая позволяет удерживать триммер двумя руками при покосе травы на больших открытых участках. Д-образная ручка идеально подходит для покоса травы и подстригания деревьев кустарников. Для покоса высоких травяных зарослей лучше всего выбрать агрегат с G-образной ручкой. Также при выборе бензотриммера нужно отдать предпочтение моделям с дополнительными насадками, произведенными той же фирмой, что и сам агрегат. Они позволят триммеру выполнять много других функций по облагораживанию территории. И последняя важная характеристика: если бензотриммер будет использоваться для обработки загородного участка, важно проверить, разбирается ли он. Это нужно для того, чтобы его можно было поместить в багажник машины и легко транспортировать в пункт назначения.